Мы на месте. Мы приветствуем Анастасию, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. У нее голограмма какая-то стоит. Она меня не слышит? Она кивает, но это не она, искусственная что-то. Хорошо. Сканер просканирует эту голограмму, отключи ее полностью. Вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами выведи ее из биополя. Анастасии. Как все это выходит? Сила моего намерения отправляется сразу в клетку-тюрьму. Снег как пленка. Полный рост снимается. Маска, где она улыбается. И показывает, какая она довольная. Хорошо. За ней открывается тонкая копия настоящая, которая плохо. Пленка в клетке. Хорошо. Вы даете нам свое согласие на работу? Дает. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Анастасии под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Анастасии и находит все. Здесь демон, Джейн, инкуб. Ты посмотри, аж 3 нижних. Красный дракон и арахноид. Какая компания. Заждались меня? Хорошо. Чья голограмма? Голограмма больше создана ей самой с помощью... Это как маска, за которой она прячется и показывает, что она довольна. Демон влиял. Она еще в дыму стоит вся. Хорошо. А что это за дым? Наркотики. Демон, наркотики твоя вещь? Или кто у нас их подкидывает? Предлагает. Так правильно будет. Не без ее согласия. Не без ее согласия. То есть я полагаю тебя, полагаю, ты зашел на свою чистоту, не так ли, демон? Ты что-то там... Зашел и усилил. И усилил. Хорошо. Сколько ты находился в этом биополе? Сначала я рассчитаю герцовку демона. Сколько герц? 14. 14 герц. Хорошо. Итак, сколько ты находился в ее биополе вместе с этой голограммой? Голограмму она сама нарастила. Я понял. 4 года я. Будем рассматривать отдельно голограмму. Хорошо. 4 года. Все понятно. У кого есть контракт из присутствующих с Анастасией? Джин выполнял ее желание. Джин пытается мне сейчас по ушам проехать. Джин хочет потерять все свои магические артефакты, свой золотой сосуд с деньгами. Ну почему? Она хотела и получала. Мой вопрос был не о том, исполнял ли Джин желание Анастасии, а у кого есть контракт с Анастасией? У Джина. Прямой контракт вопрос. Работает две стороны. У меня контракт с ней, у нее со мной. Вера, считай цифру у Джина над головой. 42-16. С кем мы имеем дело? Золотой, синий? Синий джин. Синий джин. Хорошо, синий джин. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Анастасии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию. Возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сколько находился джин в биополе? 3 года. 3 года. Сколько находился инкуб в биополе? 2 года. Какой у нас красный дракон, Вера? 27-81. Что ты здесь делаешь, дракон? Эмоциями питаюсь. Там так много эмоций? Или ты помогаешь эти эмоции вызывать? Какие эмоции? О чем речь? Речь идет о вот этой маске, которая она вкладывает все, чтобы со стороны казалось счастливой и довольной. Я полагаю, ты на эту частоту зашел? Питаюсь этой картинкой. Хорошо, обращаю внимание, Анастасия. Красный дракон тоже зашел на свою чистоту. Первый шаг – открыть дверь в свой дом сделала Анастасия этой маской. Красный дракон, сколько ты находился в этом биополе? 4,5 года. 4,5 года. Ну, довольно приличный срок. И арахноид, сколько ты находился в этом биополе? 1 год. 1 год. Как у нас с реверсом, Вера? Закончился. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Анастасия забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у нее похитили, все, что у нее украли, до последней капли возвращает Анастасия себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Скажи-ка мне, демон, есть ли лярвы в биополе Анастасии? На сердце есть затемнение. Затемнение. Кто у нас там в сердце сидел? Твои платы, дракон? Нет, это не мои платы. Это ее сожаление.
И переживания. Вот так эта голограмма отражается и образ жизни на сердечной чакре. А как может быть по-другому? Я это спрашиваю не для себя, я спросил для Анастасии, чтобы она тоже была в курсе и понимала, о чем идет речь, причины и следствия. Идем дальше. Ждем окончания реверса. Готово. Хорошо, тогда начнем сразу с демона. Демон, выходи. Отключайся полностью от нее. Как закончишь, доложи мне на месте, я отдам тебе команду, можешь забрать это затемнение в сердечной чакре. Приступай. Он говорит, что у нее руки грязные. Это как понять? От джина или что? Нет, работу, которую она делает, она грязная. И он снимает с них веревки, там тоже затемнение на ладонях. Объяснишь еще что-нибудь? Она сама знает. Хорошо. Я думал, просто если тебя интересует эмоциональный фантом, ты можешь со мной кооперировать. Потому что мне нужна информация для Анастасии, чтобы она могла изменить свой образ жизни, чтобы эта ситуация больше не повторилась. Об этом идет речь. Он все снял, Вера? Снимает с ног. Что там на ногах было, кстати? Такие же затемнения, как на ладонях и носки. Готово. Хорошо, разрешайте забрать затемнение с сердечной чакры. Забирай, возвращайся назад. Есть. Хорошо. Джин, твоя очередь. Выходи, тебе не надо. Собирай всю свою пыль, вытягивай все свои подключки и докладывай мне готовности к проверке. Как ты влиял на ее жизнь, Джин? Что ты давал и что ты забирал? Согласно условиям контракта. Я все равно буду проверять сейчас. Давал работу, забирал совесть. Работу и деньги. Снял. Работу и деньги, и забирал совесть, да? Да. И много ты смог ее забрать? За эти 3 года. Он не знает, как ответить. Он не понимает, что такое много или мало. Хорошо. Поехали дальше. Инкуб, твоя очередь. Выходи. Снимай все, что ты оставил в ее биополе. Опиши, Вера, что он делает. А твоя функция какая была, инкуб? Последние 2 года. Вернее, ублажать. Что? Понятно. Что, как она ощущала это ублажение? Потом, на физическом плане, что это было? Тяжесть? Угрызения, что-нибудь такого плана, объясни. Нет, это были сладкие сны, которые она забывала, и они на подсознании у нее оставались. На подсознательном уровне тяжестью. Хорошо. Он все вытащил? Да. Красный дракон, твоя очередь. Выходи, снимай свои платы, отключайся полностью. Возвращайся назад, приступай. Готово. Арахной, твоя очередь. Выходи. Снимай паутину, вытаскивай иголки, ничего не забывай. Возвращайся назад. Приступай. Вплетен в волосах. Уже вплетен за год. Старательный. Как она ощущала твое вплетение? Тяжесть в голове. И тянула как назад голову. Только тяжесть или там была еще и каша в голове, и головные боли были? Было такое? Он говорит, ну говорит, слово идет тупость. Как тупая голова была. Есть такое выражение, понятно. Чистоты не было. Все понял, хорошо. Все снял? Снял. Хорошо, все сняли. Значит, тогда начинаем с рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Анастасии с этой голограммой, демоном, джином, инкубом, красным драконом, арахноидом и их подключками. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, все убрали. Каналы мы не отстегнем сейчас, так как у Джина есть контракт. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Анастасия должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, готова. Я говорю вслух, и тонкая копия повторяет за мной. И договорам. Договора выходят активные, подсвечиваются. Активные есть у нее и старые есть. Отработанные, да? Да. Хорошо. Пусть повторяет за мной, за собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Вернулись энергии. Открывая воронку в галактическое ядро, все контракты, аннулированные и отработанные вместе с их фантомами, уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю, аннулированные. Готово. Хорошо, возвращаемся к отключке каналов. Подхожу к Анастасии, помогаю моей энергии отстегнуть ей все каналы. На счет 1, 2, 3, удар.
Отлетает канал и отстегивается. Все отлетело, Вера? Да. Открывая воронку в галактическое ядро, и канал уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, демон. У меня еще есть эмоциональный фантом. Я могу тебе его отдать в обмен на информацию, какие частоты, которые я буду перечислять, являются основными, из чего все вытекает. Согласен? Слабость духа, я и сейчас тебе это скажу. Давай, слабость духа, дальше. Дальше ожидание извне. Ты думаешь, она будет работать над собой? У нее есть выбор. Если она хочет изменить свою жизнь и спасти свою душу, я думаю, а у нее... А что ей мешало сделать это? Процесс осознания, может, сейчас он пришел. Мы же не знаем с тобой об этом. Вот и посмотрим. Ты со своей стороны, а я со своей. Я полагаю, ты будешь ходить рядом и посматривать, да? Буду. Будешь ей подкидывать ситуации, в которых она может делать то, что притягивает демона, да? Буду. Я это специально спрашиваю для Анастасии. Я это говорю для Анастасии, для того, чтобы она понимала, что ей придется бороться за свою чистоту, если она не хочет этих сущностей видеть в своей жизни, в своем биополе и испытывать то, что она испытывала. У нее есть выбор, и она в состоянии это сама все решить. Хорошо, выходит эмоциональный фантом Анастасии, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, также все низкие аббрационные эмоциональные энергии. Аббрационная, ей же сгенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит, опиши его. Но фантом, он весь в дыму, и он как под воздействием серый. Под воздействием чего? Даже коричневый. А, цвета серый или коричневый, да? Да. Хорошо, спрашиваем Анастасию, готова ли она расстаться с этими энергиями. Ей же сгенерированные. Сворачивайте энергии в шар и отправляя демона. Вкусно ему. А что это за дым там был, демон? Это курение или что это? Марихуана. А, вот как. И она висит в биополе даже. Хорошо. Висит, потому что... Да. Душа болит. Знает, что неправильно делает. Сама себя съедает. А расстаться не может. Может, не хочет пока. Может, всегда, пока живет на земле. Хорошо, демон. Я готов тебя отпускать. Вопросов к тебе больше нет. Ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. И демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй из того огненного пентаграмма. Готово. Хорошо, Джин. Ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. 1, 2, 3. И Джин забирает все, что он принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Инкуб. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Красный дракон. Я хочу получить слово красного дракона, что ты больше в это биополе не придешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. 1, 2, 3. Красный дракон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Арахноид, ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что он принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Хорошо, у нас там остался, эта голограмма еще осталась, да? Осталась. Мы все из нее забрали, Веру, да? Все забрали. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, поехали по частотам. Готово. Синхронизируются энергии и вибрации, гармонизируются, распределяются, усваиваются наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Анастасия, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после освобождения и аннулирования контрактов? Легко чувствую, великолепно. Хорошо. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю прийти в эту комнату диагностики куратора или учителя Анастасии. Мужчина.
Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Анастасии. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этой комнате. Можете звать меня Саша. Саша. Уважаемый Саша, вы куратор или учитель? Я куратор. Курирую Анастасию. Благодарю вас. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили ее чистку. Анастасия написала 10 вопросов своему куратору. И я прошу вас ответить на эти вопросы. Можем начинать? С удовольствием отвечу на вопросы души. Благодарю вас. Первый вопрос. Откуда моя душа? Прекрасный вопрос. Твоя душа ангельская, заблудившийся ангел. С нами так часто бывает. То туда, то сюда мотает. Но душа, она светит, светит и пробивает тьму. Мы приветствуем на этом месте представителя ангельского мира. Мы очень рады вам. Благодарю. И я рад находиться здесь, в прекрасной компании. Абсолютно верно. Благодарю вас. Второй вопрос. Уровень моего высшего «я». Как вы знаете, у ангелов два уровня. Один – общее состояние осознанности души. И второй – это ангельский уровень, так как у ангелов есть определенные задачи. Их душа проходит развитие и имеет другой уровень, независимо от общего уровня. В большинстве случаев ангельский уровень такой же, как общий или ниже. Так как ангел не прошел определенные ангельские задачи, но прошел общие задачи, поэтому общий уровень бывает выше. Твой уровень одинаковый, 10-й уровень. 10-й ангельский и 10-й уровень высшего «я». Я благодарю вас. Третий вопрос. Что мне нужно в себе проработать, чтобы встретить партнера по судьбе? Много что проработать. Скажем, а что ты прорабатывала? Было бы интересно услышать ответ. Ну, не мне, самой себе. Так вот, чтобы встретить партнера, настоящего партнера, ваши вибрации должны совпадать. И дальше вы должны повышать эти вибрации вместе. Это значит выходить вместе на новый уровень. Если ты видишь, что этого не происходит, тогда ты должна сама меняться изнутри, чтобы притянуть своими новыми вибрациями человека в свое биополе с вибрациями сильными и достойными твоих. Посмотри вокруг. Если среди твоих окружающих такой человек, с которым ты могла бы развиваться дальше, поднимая свои вибрации. И если есть, тогда не трать время впустую, а начни заниматься своим развитием и осознанностью, поднимая свои вибрации выше, выше и выше. Вместе с вибрациями, вернее наоборот. Чтобы поднять вибрации, ты должна изменить свою жизнь полностью. Жить по душе, заниматься развитием, образованием, визуализацией и многими другими известными и неизвестными тебе практиками. Твоей душе, как ты уже поняла, противно заниматься некоторыми действиями и находиться в некоторых местах. Ты услышала душу, но не обратилась к ней. Твоя задача — повернуться лицом к своей душе, обнять ее, говорить с ней и спросить, что бы она действительно хотела. Жить как сейчас или идти выше, поднимать вибрации, развиваться, соответственно притягивая достойных людей, приносящих новые знания и радость в твою жизнь. Извините за долгий ответ. Замечательный ответ. Я благодарю вас, уважаемый Саша. Все было сказано и все должно было быть сказано. Благодарю вас. Это важно было услышать для ее души. Идем дальше. Если вы закончили или вы хотели добавить. Я бы сказала, что это было важно услышать для ее ума, чтобы обратить внимание к душе. Благодарю вас. Душа-то она кричит. Ее слышат, но стоят спиной, а нужно повернуться. Это я и сказал. Благодарю вас. Идем дальше. Конечно. Какие у меня задачи на это воплощение? У тебя много задач. Все будет зависеть от тебя, какой ты путь выберешь. Могу сказать лишь то, что до сегодняшнего дня ты живешь в ограниченном придуманном мире.
С придуманным миром трудно выполнять задачи. Одна огромная задача – это развитие души и переход осознанного высшего «я» на высшую ступень, на другой уровень. Здесь я бы хотел добавить по поводу высшего «я». Соответственно, с прохождением опыта на любом объекте, включая планету Земля, высшее «я» может как подниматься в осознанности, стоять на одном месте или спускаться вниз. Такое тоже возможно в зависимости от того, какой образ жизни вы проходите на Земле. Вернемся теперь к вопросу. Жизнь, да и вообще, цель любого ангела – нести свет, добро и радость на Землю. Ведь столько тьмы сейчас, и ангелы нужны, чтобы облегчать и светить тому, кто не видит свет. Поэтому ты должна научиться слушать свою душу, видеть свой свет, научиться защищать его и нести, развиваясь, укрепляясь и проходя новый этап развития. Это мой ответ. Благодарю вас, Саша. Пятый вопрос. Это уже к вам. Почему я везде вижу одинаковые числа? Что они означают? Одинаковые числа – это знаки своих кураторов к их подопечным. Мы называем их ангельская нумерология. Каждая цифра имеет свои значения и смысл. Таким образом, я пытаюсь достучаться и общаться с тобой. То, что мы находимся в этой комнате, говорит мне о том, что твоя интуиция сработала правильно. И я был, так сказать, услышан в виде ангельской нумерологии. Я не смогу тебе объяснить, что значит каждое число и его повторение. Эта информация есть на Земле. Думаю, с сегодняшнего дня ты сможешь увидеть и другие знаки, которые вокруг тебя. Если, конечно, захочешь дальнейшего развития, а я вижу, что ты нацелена правильно. Благодарю. Благодарю я вас. У нас действительно на Земле есть эти знания. Они были переданы. И точно так и я обучался ангельской нумерологии, когда увидел первый раз знаки моего куратора. Конечно, захотел разобраться и все нашел. Было бы желание, как у нас говорят на Земле. Благодарю вас, уважаемый куратор Саша. Я перехожу к следующему вопросу. Шестой. Помогает ли айаваска исцелить травмы и поднять вибрации? Нет, не помогает. Помогает перейти в другое состояние, но это не значит, что вибрации будут повышены. Любой наркотик изменяет состояние. Что бы это ни было, алкоголь, трава, грибы или любое другое наркотическое вещество. Если вы задумаетесь, то вы поймете, для чего человек начинает принимать его. Потом, конечно, происходит подселение, как правило, нижних, и привыкание. Но начинает человек употреблять для того, чтобы перейти в иллюзию. Там легче перейти в другое состояние. Как ты говоришь, убирает ли травмы? Травмы не убирает, травмы убирает. Переходное состояние, где ты находишь ответ, почему у тебя эта травма. И таким образом ты решаешь эту проблему, понимая или же уничтожая эту травму. Для этого есть психология, гипноз, гипнотерапия и еще много чего другого делает переходное состояние, в том числе медитация. Если ты понимаешь причину переходного состояния, все становится на свои места. И становится выбор употреблять наркотики или научиться психологии, самогипнозу и тому, чему я уже перечислил. Есть и дальнейшее развитие, соответственно, я не буду сейчас упоминать об этом. Это мой ответ. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Как проработать то, что я постоянно в долгах? Мне трудно ответить на этот вопрос, так как это земной вопрос. Но я бы хотела заметить, в первую очередь, может быть, нужно продумать два ответа. Первый, откуда
И как приходят эти деньги? Если это легкие деньги, соответственно, они легко тратятся. И второй ответ, на что они тратятся, это прорабатывает сам человек. К сожалению, кураторы не могут руководить материальным вопросом. Здесь зависит от силы вибраций и внутреннего состояния человека. В каком потоке он находится, так и приходят и уходят деньги. Измени свой поток, как я уже сказала. Ты задаешь вопросы очень простые, на которые, если ты сядешь и подумаешь, будет прямой ответ. Но, видимо, ты бежишь сама от себя. Это раз. И два. Не хочешь делать выбор. Это я говорю по этому вопросу и по предыдущему. Твои вопросы очевидны, но страх выбора несет тебя в измененное состояние. Это прекрасно, когда ты знаешь причину, прорабатывая ее. Благодарю. Благодарю вас. Следующий вопрос. 8. Почему мое тело трясет во время глубоких практик и медитаций? Не забывай, что ты ангел, и у тебя есть крылья. Медитировать нужно правильно. А также интерференты, которые находятся в тебе, не любят медитационные состояния. Их влияние оказывает определенное действие на биоробот. То есть несколько причин. В медитации нужно найти гармонию, чтобы тело не трясло. Второе. Ты ангел, и нужно парить и правильно медитировать, как я уже сказала, быть в определенном потоке расслабления и пустоты. И третье – это интерференты, которые влияют определенным образом. И есть еще четвертое. Каким путем достигнута эта медитация и переходное состояние? Здесь ты меня поймешь. Продолжай, пожалуйста. Благодарю вас. 9 вопрос. Сколько кармических узлов я прошла и сколько осталось? Ты прошла 2. Впереди 3 кармических узла. Благодарю вас. И последний, 10 вопрос. Понижает ли мои вибрации употребление мяса и молочной продукции? Здесь трудно ответить. Оно несет определенную тяжесть. Но на этот вопрос ты должна ответить сама, прочувствовать это. Твой организм сам подсказывает, что ему нужно. Если вопрос возник, он возник или потому, что ты получила определенную информацию, и это ставит тебя в сомнение. И второе, твой организм говорит тебе, что ему это вредно. Но поверь мне, употреблять молоко гораздо полезнее, чем алкоголь. Хотя у всего есть своя мера. Мой совет – прислушайся к себе. Не убегай от ответа, делая выбор. Это же так просто. Я закончил. Уважаемый Саша, вопросов больше не осталось. Если вы хотите сейчас активировать ее стержень ангельски или что-то от себя еще добавить, это был бы самый лучший момент. Я с удовольствием активирую ангельский стержень. К тому же он уже активирован. Я лишь хочу зажечь его ангельскими энергиями, чтобы ты прочувствовала вибрации ангела в своем теле. Чтобы ты почувствовала вибрацию крыльев и энергии в своих ладонях. Готово. Я бы еще хотел подытожить главную вещь. Я уже сказал это, но повторюсь. И я не боюсь повторяться, так как душа стучится. Все твои вопросы были основаны на проблеме выбора. Внутри тебя есть все эти ответы. Твои вопросы были просты. За лишь незнанием высшего Я, уровня высшего Я. На эти вопросы ты могла ответить сама, услышав свою душу. Побыть в тишине и не бояться сделать выбор. Все эти вопросы были вопросы выбора. Это твоя главная, не могу сказать проблема, задача, наверное. Ты убегаешь от себя, от своей души. Остановись и начни слушать свою душу. Принимать правильные решения и делать выборы по душе.
Только так изменится твоя жизнь в лучшую сторону. Ты будешь сиять и улыбаться изнутри, радуясь твоему состоянию. И, идя вперед, неся этот внутренний свет, привлекая определенные вибрации новых людей. Люди сами меняют свою жизнь на Земле к лучшему или к худшему. И это очень просто и всем известно. На этом я, пожалуй, закончу сегодня. Не хочу надоедать. Благодарю вас еще раз за эту прекрасную встречу. А еще, уважаемый куратор Саша, мы сегодня зачитывали манифест, где все стоит буквально прям по словам. Я беру ответственность за свою жизнь в свои руки. А ответственность брать за свои руки – это принимать решения, а не бежать от них. Совершенно верно. Один нюанс еще остался в этой комнате диагностики. У нас есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. И мы спрашиваем разрешения уважаемого куратора Сашу, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, своей подопечной, за эти замечательные ответы и просто на добрые воспоминания об этой встреча. Великолепно, прекрасно, замечательно. Я счастлив получить такой подарок от вас. А нам очень приятно, что вы его приняли. Ангельская суть. Дарить свою радость. Благодарю вас за это. И я бы хотел еще пожалуйста. Немножко объяснить про манифест. Осознанная душа принимает каждое слово манифеста. Принимая и понимая его, душа же, ищущая осознанность, зачитывает манифест как что-то радостное и охраняющее его, что совершенно неправильно ждать чуда от манифеста. Нужно знать чудо от себя, от внутреннего понимания и состояния. Именно поэтому я сказала, что все вопросы — это выбор, и это легко понять. Это хорошо, а это плохо. Все просто. Если мозг не подскажет, душа всегда говорит правильно. Живите по сердцу. Живите по совести. Благодарю вас за это замечательное объяснение, уважаемый куратор Саша. Многое стало понятно, я уверен, для вашей подопечной. Вопросов больше не осталось. Позвольте на этом месте от нас с Верой передать ангельскому миру привет. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать эти преграды, которые мешают развиваться, открыть эти двери, в которые они уже дальше пойдут сами. Несомненно, я прихвачу немного энергии этой атмосферы. Ангельский мир почувствует доброту и нужность встреч, тем более, а также атмосферу этой комнаты. Тем более, когда такая замечательная возможность уже есть. Благодарю вас, уважаемый куратор Саша. Точно так же у нас есть традиция. Мы не говорим прощайте, мы говорим до скорых встреч. Возможно, на каком-то этапе мы с вами опять встретимся. И мы будем этой встрече очень рады. Благодарим вас на этом месте. Благодарю вас за эту встречу и хочу пожелать своей подопечной доброго развития и правильного выбора. До новых и скорых встреч. До новых и скорых встреч. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Анастасия, мы закончили встречу с вашим куратором Сашей. Вы получили все ответы на свои вопросы. Я счастлива. Какой у меня замечательный куратор. Абсолютно. Легкий и мудрый. Буду стараться делать, как он сказал. Отлично. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Анастасии в ее систему биоробот-душа, заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем.